Вам желаем здоровья, мира, процветания, как вам пожелаем. Всего самого-самого лучшего. Конечно, огромное спасибо, что вы нас пригласили. Пенсионеры были приглашены на праздничный обед. Благотворитель и хозяйка кафе Клавдия Суханова долгие годы соблюдает эту традицию. Сегодня за столами бывшие работники кондитерской фабрики речного порта сферы торговли, даже творческие коллективы ветеранов. Она занимается благотворительной деятельностью, известной на весь город. И вот этот вечер мы удивлены, мы поражены, мы рады такому светлому празднику, который вот для нас, пенсионеров, устраивает Клавдия Петровна. Все радостные, все уходят отсюда, говорят спасибо, потому что, ну, я думаю, не каждое заведение может себе этого позволить. Гости благотворительного обеда подготовили в знак благодарности музыкальную программу. Танцевальный дуэт Валентины Солдатовой и Ревката Гордеева уже давно полюбился чистопольцам. Все приглашенные смогли не только оценить мастерство дуэта, но и принять участие в танцевальном мастер-классе.